Смотрите сегодня в будильнике. С кем из родителей остаются дети после бракоразводного процесса, расскажет Любовь Кобзева в рубрике «Советы юриста». Помимо обязанностей на содержание детей, родители также имеют права. Конечно же, основным правом родителя по отношению к своим детям является возможность их воспитывать, которая проявляется, естественно, через общение. Взбодритесь вместе с нами. Команда утреннего шоу «Будильник» провела зарядку на свежем воздухе. Настроение шикарное, зарядка бодрит, свежий воздух, прям эмоции зашкаливают. Что делала сегодня утром? Очень лениво просыпалась, но когда приехала сюда, поняла, что этот день начался не зря. Это и не только. Смотрите в «Будильнике».